Здравствуйте, мы вновь в Белгороде, и вновь здесь волейбол. Правда, волейбол сегодня несколько другого рода, такой совсем уж праздничный, торжественный, потому что это матч звезд. Отгремели кубковые баталии, выложились эмоционально и физически волейболисты, и сегодня возможность для релакса такая небольшая, что ли, есть. И вот видите, такая компания, которая, наверное, может быть и не всегда возможна в обычной жизни. Геннадий Шипулин, Андрей Воронков, тренеры разных немножко поколений. Вместе с Борисом Колчиным они готовят сегодня сборную звезд мира. А вот тренеры сборной звезд России тоже. Видим Владимир Олекна, Юрий Маричев. Олекна, тренер олимпийских чемпионов. Маричев, действующий тренер женской сборной России. Сегодня у нас мужской матч, да. Ну, то есть много такого вот, повторюсь, то, чего мало реально было бы в другой ситуации. Здесь, конечно, можно будет увидеть. Ну и пока тут зрителей развлекают каким-то интересным видеорядом, мы смотрим на доразминку игроков. После торжественного открытия, конечно, немножко надо поработать с мячом, потому что звезды звездами, шутки шутками, травму можно получить, потому что спорт не терпит несерьезного к себе отношения. Но вот видите, Владимир Олегович тоже с улыбкой смотрит там ролик специально подготовленный новогодний. Не могут удержаться на то, чтобы не посмотреть туда и игроки. Ну и давайте потихоньку разбираться, что же нам за матч сегодня нас ожидает. А сегодня нас ожидает матч, ну, я думаю, по волейбольному достаточно серьезный. Потому что по составам у нас каждый год все в полном порядке. А вот вывеска вот эта вот именно, когда звезды сборной России, не сборной России, звезды России, наверное, так все-таки правильнее будет называть против звезд мира, это предполагает такую интересную по волейбольному борьбу. Да, понятно, что не идет речь о победе любой ценой, но я вот помню прекрасно, с чего начиналась история матчей звезд в нашем волейболе. Вот как раз этот был первый формат, который применялся, звезды мира против звезд России. И очень долго мировым звездам не удавалось выиграть этот матч. Причем там была очень самолюбивая такая бригада во главе с Лоем Болом, который так по-хорошему все время настраивал своих партнеров на очередную битву. И в итоге, в конце концов, все-таки удалось именно в этом формате последний поединок среди выиграть звездам мирового волейбола. 3-2 был матч. После этого, ну, такие, что ли, более шоу. Идеи преобладали при организации матч звезд. И помните, там, ну, Запад-Восток — это что-то более-менее для нас привычное, да, к тому же тогда чемпионат России позволял в этом формате проводить. У нас действительно такое территориальное, что ли, условное деление было на две группы, если не изменяет память. Потом придуманы были команды, которые выбирали Сергей Тетюхин и Максим Михайлов. Звезды нашего волейбола, так блеснувшие на Олимпийских играх. В прошлом году были команды, которые собирали наши два великих связующих, завершивших карьеру. Это Константин Ушаков и Вадим Камуцких. В общем, все время с выдумкой, с интересом. Но вот в этом году, наверное, уже захотелось не столько шоу, сколько интересной борьбы. Да? Тем более, что как всегда, уровень легионеров в нашем чемпионате очень-очень высок. И хорошую команду собрать, в том числе и по амплуа, получилось. Но это тоже ведь не всегда складывается. Особенно там была глубина достаточная в каждом амплуа. Мы знаем, что есть наиболее дефицитные амплуа в волейболе, есть менее востребуемые в нашем чемпионате. Все-таки жесткий лимит на легионеров, даже выбор достаточно ограниченный вот для этой команды предполагает. Да? У нас 14 клубов, теоретически может быть 28 легионеров, но не все команды эту квоту даже используют. Ну, кто-то по финансовым причинам, кто-то по дорогим другим. Так что собрать вот такой боеспособный коллектив, который есть сейчас под руководством, даже не буду вот кого-то выделять из трио этих тренеров. Понятно, что и Шипулин, и Воронков, и Колчин, они в равной степени руководят этой командой. Так что собрать боеспособный коллектив удалось. Но что касается нашей команды, все-таки, наверное, большинство из вас будет переживать за сборную легионеров, не за сборную легионеров, а за сборную россиян, то тут тоже
сегодня возможны вещи, которые, наверное, не так легко сделать в обычной жизни. То есть вот так получилось, что с победой яркой на Олимпийских играх, вот под руководством как раз Владимира Олеговна, который в центре этой группы стоит, нашей мужской национальной команды, ни разу не собиралась в официальных играх вот 9 олимпийских чемпионов сразу. Сегодня, пожалуйста, в составе звезд России именно 9 олимпийских чемпионов, за исключением продолжающего лечения Александра Волкова. Нету либера Александра Соколова, и вот Юрий Гришко не попал в эту команду. Матч «Звезды мира», «Звезды России» в Белгороде. Матч, который становится уже традиционным. Ну, в общем-то, и, наверное, то, что сегодня он проходит, во многом такая дань традиции. Потому что не просто очень выкроить в календаре вот матч для этого поединка, дату какую-нибудь. Каждый год волейбольный календарь, исходя из международных, прежде всего, реалий, по-разному верстается. Разной длины чемпионат получается. В этом году, ну, конечно, важнее спортивные составляющие. И коль скоро получилось сделать полноценный двухкруговой чемпионат по 26 игр регулярного сезона, полноценный плей-офф, естественно, в эту пользу крен. Ну, в какой-то степени даже вот, что ли, отдельным статусом матча звезд как пришлось не то что пожертвовать, но поступиться. Все-таки можно было и уикенд полноценный где-то придумать, да, приехать, собраться в одном месте. Ну, во-первых, это само по себе трудно, во-вторых, там чуть ли не целую свободную от игр неделю требуют. Так что такая достаточно сложная штука. Здесь все удобно, здесь большинство команд были под рукой. Сборный россиян, составленный из участников финала 6 Кубка России. Что касается легионеров, то, естественно, все из тех же клубов здесь легионеры присутствуют. Плюс подъехали вот специально для этого матча бразилец Марлон из краснодарского «Динамо» и два болгарина из «Газпром Югра» сургутского, Теодор Тодоров, Тодор Алексеев. Уже такие старожилы нашего чемпионата. Без них подобные праздники тоже не обходятся. Ну и давайте смотреть, кого триумвират тренерских звезд мира выпустит с первых минут на площадку. Вильфредо Леон, один из героев завершившегося Кубка России. Кубинец номер один – это доигровщик. Единственный олимпийский чемпион в составе мировых звезд – это Дэвид Ли, американец-центр. В диагонали Георг Розер. Немец, бронзовый призер чемпионата мира совсем недавнего. Теодор Тодоров, центральный блокирующий номер 10. Драгон Травица, связующий сборной Италии и Белогорья. Ну и Ариоль Камеха, кубинский доигровщик. Ну вот два доигровщика-кубинца в одной команде. Тоже ведь 2010 года... тогда не был Ариоль доигровщиком. По-моему, как раз, когда он играл на чемпионате мира, он был центральным блокирующим. Вообще, там едва ли не всем амплуа за выступление в сборной Кубы этот парень перепробовал. Но так или иначе, Леона с Камеха тоже вместе можно увидеть с определенного времени только в российском матче звезд. Так что такие интересные, знаковые вещи. Ну и состав звезд России. Тарас Кей, Сергей Тетюхин. Два белгородца олимпийских чемпиона в доигровке. Александр Бутько, связующий
Дмитрий Мусерский, центральный блокирующий. 14-й Артем Вольвич, центральный блокирующий из «Локомотива» Новосибирского, чемпион Европы. И кто еще? И в диагонали Максим Михайлов. Вот такой стартовый состав выпускает Владимир Олег на его партнеры по тренерскому штабу. Либеро сегодня, видите, и по три человека в командах. Особенно то, что касается российской сборной. Но она, в общем-то, российской сборной, конечно, придется иногда по привычке называть. Но действительно, это ведь такая вариация. Даже, повторюсь, может быть, даже вариация мечты. Собрать под флагом национальной команды вот этих ребят не так уж и просто. Ну, тот же Сергей Тетюхин уже завершил карьеру за национальную команду. Пока вот другого решения озвученного мы от него не слышали. Да, на данный момент статус такой. А здесь со своими партнерами он на площадке. Вообще, вот, кроме Артема Вольвича, 5 олимпийских чемпионов в стартовом составе звезд России. Арбитр матча, вижу я, Андрей Зинович. Сегодня у судей тоже не такие строгие судейские одеяния, которые предполагаются регламентом. Все более демократично, все более интересно, что ли, да, для восприятия. Ну, необычно, уже само по себе интересно. Первый розыгрыш. Тарас Ктей попадает по блоку. Именно белгородцу достается первое набранное очко в этом матче. Но вот, если как-то разделить на клубную принадлежность, да, то в стартовых составах получается 5 сразу волейболистов из Белогорья. Я, правда, не видел, кто там либеро еще у россиян, потому что Роман Брагин тоже представлен в российской команде. Ну, будем, наверное, немножко так хотя бы краешком биографию каждого из игроков так или иначе мы говорить. Но вот в этой компании, естественно, Алексей Обмочаев, олимпийский чемпион, вроде бы и самый титулованный, но мы знаем, что лучший все-таки игрок в этом амплуа в нашем волейболе последних лет – это Алексей Верба, хоть он на олимпийских играх не играл. И вот сейчас именно он на площадке прекрасный прием обеспечивает, который реализует в эффектную атаку Дмитрий Мусерский. Ну и плюс, я уже начал говорить, Роман Брагин из Белогорья тоже может на площадке находиться одновременно. Но тут тоже ведь никаких противоречий нет, если брать клубные моменты. Да, Белогорье — действующий клубный чемпион мира, то есть это лучшая команда мира. И вот главный титул Романа Брагина как раз международный есть. Титул победителя клубного чемпионата мира. Ну а так в составе сборной россиян вообще приятный, наверное, и такой знаковый достаточно момент. Совсем там 4-5 лет назад было все по-другому, что российская команда более титулованная, чем команда соперников. Да? В свое время мы радовались факту, что в российском чемпионате там играет половина сборной США олимпийских чемпионов, потом группа бразильских олимпийских чемпионов у нас играла, и Жибы, и Данте. В разные годы все они в матчах звезд вот подобных участвовали. Теперь вот так бегло просматривая составы соперников, ну что получается, один олимпийский чемпион Дэвид Ли, вот он на ваших экранах под четвертым номером, один чемпион мира. Кстати, единственный обладатель этого титула среди всех участников матча звезд, потому что пока нам все-таки он еще не покорился. А вот бразилец Марлон в составе своей национальной сборной его выигрывал. И, я думаю, появится попозже на площадке. Конечно же, все, кто сюда приехал, получат возможность в игре поучаствовать. Ну, а так, остальные титулы. Серебряные призеры чемпионата мира. Здесь есть кубинцы, есть гроссер новоиспеченный. Бронзовый призер чемпионата мира. Вот максимум то, что большинство команд в мире сегодня может достичь. В то время как российские волейболисты многие носят титул олимпийских чемпионов. Чемпионы Европы есть, победители Кубка мира. Ну, в частности, Павел Круглов на этот матч заявлен, у которого этот титул есть. Денис Бирюков. Для них это пока главное, что ли, победа в их волейбольной карьере, в национальной сборной. Думается, и тот, и другой могут еще получить шансы в ней выступить. Так что титулы наших игроков звучат сегодня звонче, ярче. Ну и посмотрим, что получится на волейбольной площадке. Сергей Тетюхин. 5-4. Россияне впереди.
Не устаю восторгаться белгородскими болельщиками. Ну, неделя была волейбола высочайшего уровня. И думалось, ну откуда вот резервы у людей? Интерес, прежде всего, еще раз сходить на волейбол и посмотреть шоу-матч, да? Но вот такая любовь к этому виду спорта в этом городе, что мы видим, большинство мест в зале занято, а я думаю, так потихоньку аншлаг случится, потому что не будем забывать, что 18 часов по московскому времени этот матч начался, и это же рабочий день, да, в конце концов, мы все прекрасно понимаем. Плюс это еще один из немногих оставшихся предновогодних дней, когда можно какие-то вещи сделать, необходимые делать перед Новым годом, приобрести подарки там, подготовить что-то к праздничному столу. Ну вот и в этом вот графике непростом люди выкраивают время, чтобы еще раз посмотреть волейбол, хотя здесь, ну, отнюдь не предвидится большой паузы с матчами волейбольными. Вот там буквально уже в середине января, даже чуть раньше, Белогорье «Зенит» будет. Тут поединок чемпионата России. И представляете, какая мотивация вот даже для рядового матча будет у команды Геннадия Шипулина, которая явно чувствует себя неудовлетворенной результатами Кубка России, недавно завершившегося. Ну вот Геннадий Шипулин, Андрей Воронков, тренерский штаб «Белогорье». Есть и их объединяющий любопытный факт. Как игрок Андрей Воронков провел в национальной сборной, ну, один сезон всего. И у него за плечами там такой крупный турнир есть, как чемпионат мира 98 года. И вот как раз именно его Геннадий Шипулин пригласил тогда на позицию либера, которая только-только появилась в нашем волейболе. Естественно, об игроках этого амплуа, специализированно подготовленных, тогда речь не шла. И выбирали из тех, кто получше принимать умеет, играть в защите и прочих каких-то таких вещей. Но был ряд игроков, которые в этом отношении там выделялись. Помнится, одним из первых либера был Павел Иванов из екатеринбургского ВМ «Изумруда». Потом там Андрею Митькову было предложено это место, но он хотел еще нападать, а надо было немножко менять амплуа. И вот как раз тогда Андрей Воронков стал лидером в команде Геннадия Шипулина и ездил в этом качестве на чемпионат мира. Так что вот такой вот объединяющий их момент из истории, такой уже достаточно давний. Да? Нетрудно посчитать, сколько времени прошло. Существует. С тех пор Шипулин как тренер выиграл массу титулов. Ну и маститым тренером успел стать Андрей Воронков, у которого есть успехи со сборной России. И достаточно серьезные. Ну а Борис Колчин тоже не чужд национальной нашей команде. Вот как раз Геннадием Шипулиным он несколько таких очень ярких сезонов в сборной России вместе именно провел. Была победа в мировой лиге. Были медали других соревнований. Вот такой штаб у команд звезд мира, да? Ну, понятно, что тут выбор, опять же, делался из тех тренеров, которые сильнейшие клубы подготовили к финалу Кубка России. Тут чисто спортивный принцип, прежде всего, возобладал. Ну, как-то делить их надо было. Понятно, что все тренеры россияне. И давайте отдельным образом этому моменту порадуемся, сколько тут великих маститых не работало в нашем чемпионате. Честно говоря, какого-то там совсем уж яркого, незабываемого следа оставить им не удалось. Хотя были и титулы, и Даниэль Баньоли с «Динамо» там что-то выигрывал. Но, тем не менее, по-настоящему эффектная, хорошая, результативная работа и в клубах, и в национальной сборной все-таки принадлежит представителям нашей национальной тренерской школы. Очень важный момент со всех точек зрения. Но вы видите, пока тут думается, до середины партии волейболисты будут играть как получается. Попутно еще немножко, может быть, доразминаясь. Время на разминку было маловато. После всей этой торжественной части игроки немножко остыли.
потом, я думаю, что мы увидим более такую, что ли, эмоциональную игру в концовке сета. И без того мы видим хорошие, какие яркие, запоминающиеся моменты, как вот эта передача Александра Будько, да, еще он с показом ее выполнил, выдернул на себя блокирующего и так как на полочке переставил чуть в сторону мяч для Дмитрия Мусерского, который мог его и кистью забивать таким акцентированным ударом, но он красиво так опустил элегантно мимо блока мяч на сторону соперника. Ну, видим, есть измеритель скорости подач. Когда матч звезд проходит в каком-то более, что ли, длинном формате, как правило, конкурс на силу подачи используется. Ну, вообще, в волейбол такая игра, не очень много вещей можно придумать в виде конкурсов, да, все-таки определяет это философия игры, слишком вот кратковременные эти касания, чтобы индивидуально как-то мог кто-то там что-то такое на конкурсной основе изобразить. Ну, были когда-то конкурсы на максимальное касание, что ли, предмета по высоте, тоже это было достаточно интересно. Но, повторюсь, это все требует какого-то времени, а вот такой небольшой, что ли, цейтнот, который в пользу, повторюсь, спортивной составляющей был сделан, ну, такие вещи не позволил, наверное, провести. Но и без того будет достаточно интересно, потому что разные матчи звезд существуют в наших игровых видах спорта. Но, пожалуй, матч звезд, которым играют лучшие исполнители со всего мира, может похвастаться только волейбол. Ну, опять же, начнем с того, что лучшие исполнители мирового уровня – это россияне. Плюс легионеры не просто, которые там занимают вакансии в командах, недостающие или стыдные какие-то амплуа. Эти легионеры приобретаются тоже с усилением даже вот таких мощных составов. То есть это игроки высочайшего уровня, и многие мечтают поиграть в российском чемпионате. Причем далеко не у всех получается здесь показать свой уровень. Потом часто приходится читать удивленные такие интервью, что мы даже и предположить не могли, сколько же в России еще есть волейболистов, помимо тех, что выступают за национальную команду, какой вот общий уровень игры. Ох, какая подача Гроцера, какой прекрасный прием. Это, по-моему, как раз Алексей Вербов. Да, это он этот мяч не только принял, но и довел. Что сейчас? Сейчас атака со стороны. Ну, давайте, может, и гостями иногда будем называть. Все равно мировые звезды, хоть радушно мы их тут принимаем, все-таки в гостях у нас в России. И вот они пока прекрасно справляются, побыстрее наладили свою игру. Ну, вот есть связки в этой команде такие наигранные. Ну, во-первых, связующий хорошо наигран с диагональным, да, травится с Гроцером. Два кубинца прекрасно друг друга чувствуют. Пока, я думаю, и вообще не будет там до большого напряжения. Может быть, какой-то стадии матча перейдет в такую игру на принцип, что ли. Пока одно удовольствие от общения, от волейбола. В конце концов, игры на результат вот у этих ребят. У них перебор даже с этим, если учитывать то, что практически все игроки, участвующие в сегодняшнем матче, это основные игроки своих национальных команд или бывшие основные игроки национальных команд. Ну вот, пробежавшись так по составам, ну что можно сказать, ну вот разве что Роман Брагин, да, не играл еще за сборную вообще никогда, хотя он был в расширенном списке на чемпионат мира в прошлом году, и, как знать, может быть, как раз в этом сезоне свой шанс и получит. Тут я не вправе ни гадать, ни предполагать. Андрей Воронков, пожалуй, из тех, кто присутствует в зале, знает на эту тему побольше других. Ну и Александр Абросимов тоже не имеет международных титулов, но у него есть матчи за сборную России. Несколько раз он привлекался в нашу команду, так что вполне все соответствует статусу этого матча. Но это Максим Михайлов против Камеха на блоке. И такое ощущение, что вчерашний финал Кубка России между «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» и не прекращался. Есть дуэли. Ну, сегодня совсем с другие эмоции, наверное, по поводу каждого розыгрыша. Вчера были и возбуждения, и такой, знаете,
злость такая спортивная, по-хорошему, она ведь тоже эмоционально выражается. Сегодня пока улыбки исключительно добродушные. 14-11, но проигрывать, поверьте, ни одна из этих команд в итоге не захочет. Камеха. Чуть, может быть, побольше ошибок нападать в таких матчах. Может быть, парадоксально это звучит, да? Казалось бы, давления никакого нет. Бери, подавай, что тебе мешает давить ситуацию. Вот это как раз и мешает, потому что вот хорошую боевую волейболе подачу, прежде всего силовую, можно, ну, при должной доле концентрации эффективно выполнять. Павел Круглов появился в российской команде. Ну, поскольку Михайлов подавал, я так понимаю, двойная замена у нас начинается. И кто-то из связующих появится. Либо Сергей Макаров, либо его тезка Сергей Гранкин. Но это будет чуть позже. Пока и без связующего вполне россияне справляются. Есть и Сергей Тетехин, который в этом плане может помочь всегда. Прекрасный универсал. Когда-то в юниорах свою карьеру именно как связующий игрок начинал. Так что эту вещь, вот двойную замену, разорванную такую, что ли, да, когда нет в какой-то момент на площадке связующего, испокон веков, о Тетехине можно уже и так говорить, использует и Геннадий Шипулин в своих командах и в Белгороде, и в сборной. Ну вот Владимир Олегна тоже о всех талантах Сергея Шипулина не понаслышке осведомлен. Он с ним выиграл Олимпиаду, и мы знаем, что титулы свои клубные Тетехин в двух клубах добывал, в Белогорье и в Зенит. Элегантный обманный удар, такой в противоход. Ну, не знаю, может быть, низковата была передача, но в данном случае, я думаю, не будем мы, да, вот на это внимание обращать. У кого что-то недополучилось, давайте радоваться тому, что получилось здорово. А Тетехин обманный удар выполнил на загляденье. Здесь ошибка. Наверное, готовы и арбитры чуть больше прощать волейболистам в этом матче. Но тут уж, извините, прихватил откровенно мяч. Ну, пытаясь прежде всего не задеть сетку и не переступить центральную линию Леон. При этом частоты в передаче не было. 16-15. Второй технический тайм-аут. Счет подравнялся. И вот нас ждет интересная концовка в этой партии. Андрей Зинович я представил. Владимир Олейник ему помогает. Москвич. Ну, в общем-то, вчера, по-моему, финальный матч они как раз и судили. Только в обратной, что ли, последовательности Олейник работал первым рефери. Ему Зинович помогал. Ну, это арбитр высочайшей квалификации. Делить нечего, как решают люди, ответственные назначения, они выходят, выполняют. И, согласитесь, вчерашний матч непростыми моментами все-таки сопровождался. Такие матчи не бывают простыми по определению, но в целом из-под судейского контроля он не выходил. И уж если недоволен Локомотив поражением своим со счетом 3-0, уж точно на арбитров кивать там не придется. Ну, еще, наверное, одна составляющая вот этих матчей звезд – это дань традициям нашего волейбола. Вот завершился Кубок России именно Константина Реву, он носил выдающегося нашего мастера. Сегодня финал женского кубка, который носит имя Диви Аквилиадиани. И то, что этот матч начался тоже вот рано, чуть-чуть в рабочее время, да, это ведь возможность просто для тех любителей волейбола, которые финал женского кубка хотят посмотреть, это сделать, не разрывая, что ли, между двумя прекрасными волейбольными зрелищами, одним таким вот праздничным, другим спортивным, и там будет интересно. Так что все только в ваших интересах, дорогие любители волейбола. Ну, а этот матч, как и все последние матчи звезд, носит имя Владимира Савина, который как волейболист был чемпионом мира, чемпионом Европы. Ну, такой самый, что ли, заметный вклад в виде волейбольного функционера сделал. Вот и такие люди иногда
помнится даже больше многих игроков. Он был вице-президентом Международной федерации волейбола и там больше 20 лет с небольшим перерывом возглавлял национальную нашу федерацию, причем все это было в годы больших и ярких побед. 17-17, Георг Гроцер эффектную атаку выполнил, так лукаво посматривает на кого-то, скорее всего, из своих многочисленных одноклубников по Белогорью. Ей чуть-чуть все-таки вот эта передача не оказалась настолько удобной, чтобы мог до нее Тарас Кей добраться, но Георг Гроцер там на своем месте находился, для него никакого труда не составляло. 18-17. Леон. Ух, хороша, насколько его подача. И справиться с таковой очень-очень трудно. Но вот мы видим даже и по эмоциям, да, того же Теодора Салпарова. Тут о победе речь идет самым непосредственным образом, помимо вот этого хорошего, доброго и праздничного настроения. Кстати, Теодор Салпаров из того состава, который вот как раз последний раз играл за сборную легионеров. У Салпарова, понятно, не один матч звезд за спиной в нашем чемпионате. Пусть он и не беспрерывно здесь выступает, а наездами, скажем так, ну, опять же, по той причине, что либеро не так все-таки востребованы в нашем чемпионате. Занимать одну из двух позиций легионерских игроков этого амплуа для больших клубов роскошь, потому что большие задачи стоят и нужны прежде всего хорошие нападающие и связующие. Ну, а для малых клубов усиление, что ли, тоже более радикальное нужно, нежели и либеро. И, в общем-то, не так часто даже в нашем чемпионате можно хорошего игрока этого амплуа найти. Салпаров, кстати, в этом году и в чемпионате России не играет. То есть он провел несколько игр, когда позволял лимит у «Зенита». Но с появлением Бенджамина Таньюти Салпаров снова перешел в статус игрока, который может играть только в Лиге чемпионов. Там нет ограничения на иностранцев в составе любого клуба. Так что можно их использовать столько, сколько есть. Вот «Зенит» этого игрока для Евролиги, для Лиги чемпионов держит. Я вот упомянул Бенджамина Таньюти, тоже интересная получается ситуация. Ему скоро отправляться из «Зенита» в Иран. Сюда прибудет Маруф, лучший связующий последнего мировой лиги. Игрок сборной Ирана. И Таньюти, вот и месяца не пробыв в России, стал обладателем Кубка нашего национального и в матче звезд поучаствовал. Вот. Такая, если хотите, компенсация за то, что он «Зениту», ну, по некоторым причинам не подошел. Причина чисто юридически, он не имел права играть в Лиге чемпионов. А не получилось его туда заявить, хотя поначалу вроде бы казалось, что препятствий к этому каких-то огромных быть не должно. Мусерский сегодня, как и всегда, собственно, демонстрирует огромный арсенал своих наступательных умений. 19, разные обманные удары видели мы теперь, атакующие вправо и влево, все очень красиво. Вообще, когда атакуют такие игроки, как Мусерский, само по себе весьма и весьма примечательно. Вот так Шипулин на правах патриарха, я смотрю, поближе к судейскому столику место занял, ну, если брать такие суровые волейбольные правила, то вот на стуле может только главный тренер находиться ближним к столику. Владимир Олегович, мы видим наоборот. Там скромно уселся в массовке, но он выиграл Кубок России вчера. Дает более молодым коллегам побольше возможностей для творчества. Леона закрывает. И это опять Дмитрий Мусерский. Леона закрывает. Это не самый такой часто встречающийся слой словесный оборот. Потому что Леон в блестящей форме здесь находился. И не случайно его команда выиграла. Почти в каждом матче у него 60 и больше процентов нападений были. Так что держать этого игрока невероятно, невероятно трудно. Но надо потихонечку, наверное, привыкать и к этому. И не только в рамках национального первенства. Возможно, вернуться и в Кубу легионеры основные. И там-то уж Леон
естественно, место в национальной команде получит, если, ну, все игроки, которые Кубу покидали по разным сложным схемам, получат индульгенцию от своих руководителей, получат возможность играть за команду «Острова Свободы». А кубинцы большие патриоты в этом отношении, и многие бы уже могли бы, тот же Хуан Торрено мог бы играть за Италию. Ну вот, насколько я знаю, он отказывается это делать, имея итальянский паспорт, все-таки рассчитывая когда-нибудь сыграть за сборную Кубы. Уж я не знаю, насколько это получится у Хуан Торрено, все-таки он там потихоньку года набирает, и они не в его пользу сейчас работают. Ну, а Леон-то еще совсем молодой парень. В игру вступает игрок номер 8, Иван Зайцев. Иван Зайцев вместо Драгана Травицы, тоже двойная замена в составе «Звезд мира». Ну, может быть, пока Зайцев, мы видим, на блок выходит. Тоже есть некий символизм в этой замене. Два итальянца, во-первых. Во-вторых, это люди, которые из одного клуба в наш чемпионат поочередно прибыли. Травица годом ранее, Зайцев в этом сезоне из итальянской Мачерате. Вот там они составляли диагональ и клубную, и национальную сборную. Вот и Марлон, единственный чемпион мира в этой компании, разношерстной, но великой. Появился на площадке в тот момент, как команда России 23-21 в концовке уже ведет. Мусерский справляется с Алпаров с этой подачей. Ну и хороша атака Зайцева. Не только будут традиционные извинения, тут лично придет руку пожать. Ну, там ничего страшного, конечно, с Александром ничего не случилось. Но волейболисты в таком случае, как правило, максимально корректно. Камеха. Справляется хорошо, опять же, с приемом вербов. Ну, там здорово защиту, какую Марлон продемонстрировал. Надо россиянам еще раз атаковать. Вольвич. Еще раз Вольвич. И вот, пожалуйста, олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. Вот у Артема Вольвича пока такого титула нет. И Дэвид Ли одной рукой там, так по-баскетбольному, если хотите, добрался до той точки, куда шел атака. Сам, по-моему, немало этим удивлен, как же можно так закрыть-то. Ну, тут, естественно, и без элемента удачи дело не обошлось. Хотя и можно говорить о том, что Ли сумел просчитать, единственный шанс найти, как закрыть Вольвича. А вот еще одна прекрасная подача Камеха. Сложности были в приеме. Молодец, Тетюхин доставил мяч все-таки на высоте. Но у Михайлова не было там больших возможностей. Может быть, и пытался он там краешек блока найти, затруднить как-то. Этого не получилось. А Дэвид Ли готов стать героем. Ну, он, собственно, уже не становится героем этой концовки. Первый темп и сетбол у команды «Звезд мирового волейбола». Как же расподавался Камех это в концовке. Михайлов, как в лучшие свои годы, не замечая групповой блок с прекрасной высоты. Ходовое направление, тут закрывая его, не закрывая, мы видим, немножко там, конечно, и расстояние было, но и высота атаки была впечатляющей. Нас, прежде всего, это, наверное, должно радовать. Сравняли россияне счет. Михайлов. Теперь же он хорошую подачу на Камеха выполняет. И тут Вольвич на блок не успевал и не пошел на страховку до конца, хотя обманный удар был. Исполнен-то здорово, но из разряда с тех, с которыми можно поработать. Да, Вербов чуть рано на колени сел. До него, правда, было далековато. Слишком здорово Зайцев мяч обработал. Такая вроде бы и доступность этого мяча, она немножко обманчивая. Да, вот на повторе мы это видели. Вновь Михайлов и закрывает его. Игроки сборной «Звезд российского», «Звезд мира», так, наверное, все-таки правильно. И первый сет за ними остается. 26-24, 1-0. «Звезды мира» выиграли первую партию. Итак,
удовлетворенно расслабленное такое состояние в их стане. Борис Колчин. Там вот Бенджамин Таньяти с надеждой посмотрит, когда же ему дадут в России поиграть в волейбол. Ну и спокойно Владимир Олегович. Понятно, что результат сегодня на дальнем плане. Главное, может быть, вот возможность отдохнуть. Действительно, вот перед Новым годом еще раз спокойно пообщаться. Подумать, осмыслить. Ну и уже готовиться вот после этого матча ехать домой. Встречать Новый год. Там, правда, совсем немного волейболистам на времени на отдых. Возможно, отведено уже 4 января очередной тур чемпионата страны, где тоже в пол ноги не сыграешь. В любом матче можно потерять очки. Там, кстати, у «Зенита» не так все здорово, как в Кубке России. Команда пока не входит, вот что ли. Ну, в лидирующую группу входит, понятно, но немножко не на тех позициях, на которых хотелось бы, конечно, казанцам находиться. Ну, а у нас плей-офф достаточно непростой, и преимущество своего поля момент далеко не праздный в этом отношении. Ну что, смотрим, какие составы. Ну, как правило, в таких матчах массовые замены вот как раз где-то во второй партии начинаются. Повторюсь, сыграют обязательно все. Хотя, может быть, в каких-то моментах, в концовках каких-то игроков будут стараться тренеры использовать именно с прицелом на результат. Ну, давайте смотреть, кто сейчас на площадке есть. У россиян неизменная улыбка Дмитрия Мусерского, Павел Круглов, Денис Бирюков появился. Вот еще один олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных из Белгорода. Пока начинает с ошибки Сергей Гранкин. Первых минут стартов в составе. Так, доигровщиков видели. Центрами выяснилось. Надо разобраться. Ну, Мусерский есть, второе пока нет, там либеро, да. Так что пока давайте смотреть, что сборной звезд мира. Камеха, Ли, Тодоров. Это все, кто первый сет начинал. Тут такой состав более пришел. Ну вот Вольвич. Вольвич. То есть пара центральных у россиян осталась неизменной. Ну и давайте сейчас разберемся, кто же еще в сборной мира играет. Пока подача Мусерского, Зайцев, Леон. Ну что, вполне состав, которым сборная мира заканчивала предыдущий сет, выигрывала вот этот состав. Готов бороться за победу и дальше. Была, наверное, возможность теоретическая у тренерского штаба российской команды и вообще выпустить одну из одних олимпийских чемпионов, состоящий стартовый состав. Но вот мне тут коллеги подсказывали, находящиеся в Белгороде, что есть вероятность, что Николая Палика все-таки не появится сегодня на площадке. Но так или нет, мы сможем убедиться только по ходу этого поединка. Ну, небольшие там у него какие-то проблемы со спиной. Понятно, сыграть там за неделю много очень матчей возрастному игроку. Что-то где-то чуть-чуть надо восстановить. Так что Апаликов здесь, он участвовал в торжественной чаще, предварявшей открытие этого поединка. Он разминается тут так, конечно, в облегченном режиме, как и все, между сетами. Может быть, появится, ну, хотя бы, чтобы обозначить свое присутствие в этом матче, почему бы и нет. Но так или иначе, вот в стартовом составе он не появился. И, может быть, вот по причине, что решили поберечь его. Благо, его клубный наставник тоже под рукой. Владимир Олегна руководит российской командой. Камеха 4-2. Не собираются сбавлять обороты звезды мира. Ну, тут, во-первых, помимо того, что есть какие-то, наверное, спортивные, да, все-таки посылы у игроков в этом матче. Еще очень молодые ребята, вот лидеры команды мировых звезд. Те же Камеха и Леон. Весьма молодые игроки, которые еще не растратили себя сильно и во время международных сезонов не играли последние годы за сборную Кубы. Иван Зайцев в расцвете сил. Ну вот разве что Дэвид Ли постарше. Но все-таки не во всех расстановках же играет центральный, мы знаем. Так что вот те, кто несет основную атакующую, что ли, нагрузку у звезд мира, это молодые волейболисты. И они так не жалеют своих энергии. Ее запас, видимо, у них не ограничен.
придется на полную постараться россиянам, чтобы вот этих ребят остановить. Что само по себе непросто, даже вот в другой, что ли, ситуации. Те же кубинцы, они... И Леон, и Камеха, они несут основную нагрузку, атакующую и в клубных своих командах, несмотря на то, что их окружает очень-очень много игроков, которые тоже способны это сделать. Дэвид Ли. Дениса Белякова подача, Круглов. И вот блок Леона блестящий. Такие мячи не страхуются. Еще так довернул немножко, что вдоль сетки мяч. Перенос рук, конечно, блестящий. Тут смотреть и учиться надо. Дэвид Ли. У него, кстати, сил тоже хоть отбавляй. Так, несколько вынуждена, что ли, да, такая сложилась ситуация. Такое продолжительное лечение у Дмитрия было после чемпионата мира. Восстанавливался он. В Кубке России тоже использовали его совсем немного. Наверное, по этой же причине. Ну, клубным наставникам виднее всегда. Они прекрасно знают, в каком состоянии их игрок. И когда они рассчитывают его получить в лучшем виде, наверное, это время еще не пришло. Поэтому Дмитрий Ильиных играл в основном только в утешительном матче за третье место со столичным «Динамо», где белгородцы победили, заняли третье место в Кубке России. Но в матче звезд игрок, ну, будем надеяться, что все-таки здоровый, да, то есть набрал он там форму идеальную, не набрал, это вопрос уже второй, продемонстрировать свое умение в этой ситуации. Конечно же, он может и, конечно же, это сделает. Гранкин. Высокая такая, как традиционная атака Теодора Тодорова. Очень высоко он мяч хватает. Тоже вот с точки зрения внешних, что ли, эффектов, его техника смотрится весьма и весьма привлекательно. Технический тайм-аут. Так, видимо, и в тренерских штабах оживление. Владимир Олегна поактивнее стал, решил свою лепту внести в ведение этого матча. Ну, а что же, звезды России проигрывают. Даже в мелочах тренеры народ самолюбивый. Праздник праздником, а выжить, по крайней мере, из своих подопечных все, что они могут дать, это и есть, наверное, основная составляющая тренерской профессии. Так что, видимо, совсем другой, да, эмоциональный фон сейчас в российской команде. И Владимир Олегна на первый план выходит. Хотя вот группа ветеранов статистику изучает с таким интересом. Ну, вряд ли. Там много такого веселого сейчас обнаружено. Хотя так внешне на статистику похоже. Вот видите, тоже такой, ну, штришочек, да? Вроде бы матч абсолютно товарищеский. И больше в таких составах и команд-то мы никогда не увидим. Но все равно. Статистики работают, онлайн-информация выдается. И онлайн-информация используется. Пускай, может быть, и не со той степенью важности, как в обычной игре. Леон ошибается. Его команда впереди по-прежнему 8-7. Ну, а россиянам надо потихоньку найти способ выйти вперед. Немножко полидировать. Ну, вот хорошая подача тому была бы подспорьем. Дмитрий Ильиных. Пока ему подачи не удаются в этом матче. Не вошел еще как следует в игру. Повторюсь, все-таки большинство, много подач. Простую подачу, конечно, туда, без малейшего труда волейболисты. Но от ошибки все-таки потому, что есть степень риска и немалая. Значит, очень хочется все-таки выиграть. Пытается усложнить. Ошибается и Теодор Салпаров. Серский. Ну, его подачи всегда способны так зал немножко на другой эмоциональный фон вывести.
Ну, может быть, сегодня этих эмоций поменьше, да, чем в матчах официальных турниров. Действительно, выплеснулись за неделю участия в Кубке России не только волейболисты, но и болельщики. При том, что в хороший такой день в Белгороде трудно достать билеты на волейбол, и не все желающие попадают. Все-таки, наверное, существует основная масса болельщиков, которые ходят регулярно. Ну, по крайней мере, такое впечатление возникает. Время от времени в Белгороде удается бывать. И так уже многих в лицо болельщиков можно и узнавать. Ну и на экране попадают они тоже в поле зрения. Ну а Мусорский расподавался. Вот он, счетчик. Как раз сейчас-то подача не самая сильная. И мы смотрели на счетчик, мне даже показалось, что Дмитрий немножко вперед мяч забросил вот по технике прыжка, который он выполнял, поэтому и не вкладывался в удар. Иван Зайцев тоже может ответить подачей за 100 хорошо километров в час. Может Георг Гроцер подавать в районе 125 километров в час. Здесь молотобойцы еще те. Вот. Замена. Маркус Нильсон. Еще один ветеран этих матчей. Тоже давно достаточно в нашем чемпионате. И тоже несколько таких, что ли, пришествий было в российское первенство у него. Ну и хороший диагональный. Всегда с удовольствием он такие поединки приглашали. Еще один, кстати, немаловажный момент. Наверное, вы обратили внимание, что не было никакого голосования на сей раз. Ну, наверное, необходимости просто в нем не было. Немножко, опять же, со временем легкий цейтнот. Но зато вот была возможность тренерскому штабу выбрать стартовые составы самим. И, в общем-то, в какой-то степени до последнего момента было неизвестно, кто же из волейболистов появится на площадку с первого розыгрыша. Выбор был. И мы видим даже по составу сборной звезд. Про россиян-то мы побольше всегда все знаем. Что тот же Марлон не вышел сразу. Вышел травиться. Наверное, с точки зрения личных пристрастий болельщических, не только исходя из клубной, что ли, принадлежности. Многие отдадут предпочтение Марлону, а многие травятся. Тут однозначно ведь не скажешь, да? Так что и у тренеров есть о чем подумать. Ну вот диагональный третий уже в сборной мировой звезд. Иван Зайцев отправляется на скамеечку запасных. Ну и Бенджамин Таньюти наконец-то получил возможность поучаствовать в серьезном волейбольном действии в России. Было у него там пару матчей чемпионата России. Не самых сложных. Ну а кубок вот такой стыковой по-настоящему турниру он наблюдал с зоны разминки, с квадрата своей команды. Тодор Алексеев. Сборной Болгарии. Капитан, кстати. Ну и тоже очень-очень давно в нашем чемпионате выступает за клуб из Сургута. Не только за него он играл. Играл в Екатеринбурге. Ну, болгарским волейболистам нетрудно ассимилироваться в нашем чемпионате. А вот и просмотр. Даже такие вещи сегодня доступны. Ну, оборудование никуда не девалось, это понятно. Думалось, что можно арбитрам доверить эти моменты. Нет, волейболисты не хотят уступать даже в мелочах. И сегодня, видите, и Андрей Зинович не так строг. Но он строг-то в рамках волейбольных правил, естественно. Но что уж арбитры никогда обычно не позволяют. Это вот переговоры между собой и игроками. Как правило, если уж не желтой карточкой, то таким серьезным устным внушением прекращают они подобные действия. Сегодня наоборот. Самые арбитры, по-моему, тянутся поговорить. Артем Вольвич. И вот смотрите, вроде бы неплохо играет и российская команда, но никак не удается оторваться в счете. Более того, сейчас снова сборная мира впереди. Денис Бирюков. Воспитанник белгородского волейбола, что, наверное, для местной публики тоже немаловажный фактор. Но вот много очень людей к нему после матча здесь приходило во время кубка. Но явно люди, которые его хорошо знают и давно. Сергей Гранкин. Красиво, элегантно. Вообще никто не в курсе не оказался, что может быть подобный вариант. Два игрока там шли на постраховку на блок, все в разных направлениях, но защитники и вовсе ничего подобного не ожидали. Нильсон хорошо закручивает мяч, там еще, судя по всему, немножко поменял направление от блока и полукруглого уже
подстроиться под него было невероятно сложно. Дэвид Ли. Красивая защита, но тут Ли больше нам технику исполнял. На самом деле, он хотел еще и качество, что ли, сделать. Насколько это было бы трудно, он, видите, вот такой немножко доворот небольшой делал. Хотел вдоль сетки мяч пустить, но просто не дотянулся банально. Да, наверное, и трудно было это сделать, да, даже судя по повтору, мяч слишком далеко от американца. Хотя мы знаем, как сборная США в лучшие свои годы, но, собственно, в те годы, когда выигрывали Олимпийские игры 2008 года, как американцы классно играли в защиту. Тодоров. Было касание площадки по версии арбитров. Тут уже никто обсуждать ничего с игроками не намерен. И вновь будет подавать сборная мира. Нильсон со своей неприятной подачей. Очень неприятной. С чем лишний раз убедился Дмитрий Ильиных. Причем подкручивается еще от левой руки. Эта закрутка летит, ну так, в сторону аута, да, условно. При этом в площадку попадает. Ну, а Геннадий Шипулин там полон энтузиазма. Редкий для него случай, когда он руководит не россиянами, хотя его подопечные в команде есть, но он у себя дома, а Шипулин в таких случаях никаких поражений не приемлет, так что он постарается сегодня сделать все, чтобы сборная звезд мира победила. И поэтому он, ну, во-первых, на правах патриарха в том числе, ну и на хозяина всего этого праздника, да, и понятно, что это волейбольный клуб Белогорье все организовал вместе с Федерацией волейбола России, с Российской Федерацией волейбола, если быть более точной формулировкой. Он еще и, я имею в виду, конечно, Геннадия Шипулина, на правах самого активного в этой троице ведет эту игру. Ну, Владимир Олегович, да, вот в эту такую тренерскую дуэль потихоньку-потихоньку довязался. Вот уже ему не сидится на месте, вроде бы на общем плане мы его видели там на скамеечке запасных. Нет, в последний момент что-то в голову пришло, пришел, подсказал подопечным, но опять же дело-то уже вырисовывается к концовке, а погоня никак-никак не завязывается как следует. Вроде бы и соперник недалеко, но и достать его не получается. Алексеев, что он там придумает, пытался от блока аут крутануть. Ну, то, что Алексеев умеет это делать, знаем не только мы с вами, естественно, неплохо знают и игроки. Если Сергей Гранкин там, может быть, и не дотянулся бы до этого эпизода, то Мусерский такой шапку летчика вокруг мяча буквально накрутил, и просто некуда было волейбольному снаряду деваться. И вновь Алексеев блок не обыгрывает, и все того же Мусерского. Тоже Дмитрий показывает, что с ним такие номера не проходят. И 16-16 вот удается россиянам-то и счет подровнять наконец-то. Просчитывал под руки такой хитрый болгарин. Он, в принципе, очень техничный игрок. Никогда не был невероятно прыгучим. Иногда со стороны кажется тяжеловат, может быть. Но вот очень разнообразный арсенал у него. Такой изощренный, что ли, в хорошем смысле этого слова. Это Дмитрий Мусерский вновь радует болельщиков. Последние 3 очка, которые сборная России набрала, причем к ряду, все на счету белгородского гиганта. Ну и атака, и блок, и еще раз блок. Там даже в первом случае, хотя и блоком выиграл, да, но там такая схватка была, что ли, над сеткой большей частью. Гранкин теряет подачу, так что рывок этот продлить подопечным, даже не знаю, кого и правильнее сказать, с подопечным Олегом Маричевым Утусевичем продлить не удалось. Нильсон, вновь сборная мира впереди. Ну вот Юрию Маричеву, кстати, участие в этом празднике это хорошо, но я думаю, что мысленно как раз в другом зале сейчас находится.
вчера после, пока там все готовилось, награждение по итогам Кубка России. Ну, понятно, что «Динамо» там четвертое место заняло, может, ему и не надо было участвовать, но Маричев сразу поспешил к мониторам компьютера, где можно было посмотреть трансляцию, концовку матча «Амичка» «Динамо-Казань». Ну, как тренер сборной там какие-то моменты для себя высматривал, ну, в том числе и моменты психологии, потому что там достаточно все любопытно было. Мы знаем, была сенсация не только в Белгороде в полуфинале, но и в женском турнире в Кубке Гивеха-Ледиани в Краснодаре. Казанская «Динамо» уступила «Амичке». И вот как раз за этим внимательно Юрий Маричев наблюдал. Ну и сейчас, конечно, если у него какое-то желание, главное, есть, наверное, не успеть, не опоздать к трансляции финального матча между «Амичкой» и краснодарским «Динамо». Ну, а это Дмитрий Ильиных, важный эйс. Важный эйс его команды нуждалась в одном брейковом очке, чтобы счет сравнять. И вот непосредственно с подачи Дмитрий это сделал. Ну, пришлось ему потратить какое-то время, чтобы пристреляться, но на сей раз мы видим его подачи безупречно. Ну, сейчас в зале приветствуют Александра Волкова. Слышал я так краешек объявления. Ну, действительно, приятный момент. Это родители Леона. Они к Волкову, если имеют отношение, то только как родители одноклубника. Но вот приветствуют именно Александра Волкова. Приехал на решающие матчи посмотреть за игрой своей команды. Будет начинать потихоньку тренироваться. Повторюсь, я уже говорил об этом. Там о прогнозах пока никаких ни слова. Просто пожелания, даже, может быть, и чисто новогодние. Здоровья, удачи и всего самого лучшего. Вот в ближайшем году для него он может оказаться очень важным. Ну, а Дмитрий Ильиных расподавался и вывел свою команду вперед. Потруднее уже и Теодору Салпарову. Камеха. Ух, какой высоты и эта атака. Через Павла Круглова. Далеко не маленького игрока. И далеко не самого... Не самым плохим, что ли, блоком. Да, умеет его выставлять Павел на хорошей высоте. Не проходит эта атака. Посмотрите, как звезды мира за любой мяч цепляются. Какое же у них большое желание хоть в чем-то превзойти россиян, да? Если вот на международной арене не каждый из них может похвастаться, что его команда вот где-то совсем недавно была выше сборной России. Собственно, таковых-то здесь только Георг Гроцер, пожалуй. Он играл на чемпионате мира, и сборной Германии выше нас оказалась. Ну, Танити тоже по факту. Но Танити все-таки без медали остался. Франция была четвертой, Россия пятой. Ну, а так во всех остальных турнирах выше россияне. И это хороший такой стимул, что ли, для звезд мира. Ну, Серский. Ну, вот сейчас от его подачи очень много зависит. Она хороша. Сложности были в приеме у Камеха. Сам-то он атакует, кого угодно может загонять. Но вот тут в данном случае Мусерский его подачи здорово напряг. Нильсон. Очень техничная атака по краю блока. Не первый раз уже Нильсон вот так попадает. Но умеет. Во-первых, леворукий нападающий. Во-вторых, очень поздно леворукие игроки. Вот у них своя такая техника. Мяч сбивают. Часто опускающийся блок уже под руки попадает. Это вот... Для атак левши очень характерные, что ли, моменты. И всегда блокирующие имеют проблемы, особенно если они вот выступают в клубах, где на тренировочном процессе, что нет такого диагонального с левши и нет привычки постоянно ему противостоять. Вот бывают сложности в переключении, прежде всего. Ну, россияне, посмотрите, как расподавались концовки. Тут блокирование игрока с задней линии фиксирует. Ну, вы видите, выпрыгнул Танюти и коснулся мяча, так что это ошибка стопроцентная. И команда России выходит вперед. А что смотреть? А никто это смотреть не будет. Это не по правилам.
намекают, конечно, игроки сборной мира, что мяч и так был уже на стороне. Их команды, но все равно связующий там коснулся мяча, вопросов нет. 23-23. Ни пяди не желает уступать. Сергей Макаров вместо Круглова. Ну, видимо, двойная замена какая-то началась еще до этого. Раз Макаров вместо диагонального уходит. Да, Максим Михайлов там, он у сетки мелькнул. Он и Макаров составляют сейчас диагональ российской команды. Обмочаев, сложный прием. На это Таньяти. И вновь Нильсон. Но здесь все просчитал Бирюков. Хорошо работает блок мировых звезд. Алексеев. Нет, никак ему забить не удается. Сейчас уж так по рукам был уверен, что попадет. И по высоте был. И умеет он такие вещи делать. Но вот не попал. Бьорн Андрае. Игрок Кузбасса, теперь таковых два на площадке, я имею в виду у команды легионеров, и он, и Нильсон. Заменил Камеха, доигровщик на доигровщика. Самый ответственный момент причем. Алексеев, обманный удар поднят, и есть шанс завершить сет в свою пользу. Ну, там недоразмялся Андрае, поэтому здорово в защите не сыграл, отдал на мяч, которым... Россияне воспользовались в самом наилучшем виде. Эффектная такая атака Дениса Бирюкова. Действительно, подстать матчу звезд. И 1-1. Один в матче звезд мирового волейбола звезд России. Матч звезд российской суперлиги. Ну и вот сценарий, который мы примерно предполагали, он ведь, да, выдерживается. То есть, если первую часть сета там где-то старается играть с какими-то небольшими, может быть, эффектами, с какими-то другими моментами игроки, может быть, там чуть больше ошибок, то уж концовки по полной программе, борьба от и до, улыбки улыбками, результат результатом. И вот пришлось россиянам постараться, чтобы в самый последний момент все-таки
добавить и вырвать победу во второй партии, сравнять счет в матче. В противном случае было бы сложно отыгрываться. Все-таки вопрос о победе, он существует. Но это игроки «Зенита», которые пока еще статуса звезд не достигли. Там в основном молодые ребята. Игорь Кобзарь, Виктор Полетаев был. Чуть постарше Гусалюк. Работники «Стафа», обладателя Кубка России. Флажок взял Салпаров у линейного арбитра, но тоже немножко попрактиковался. Но вот у него, по-моему, нет альтернативы. Я смотрю состав «Звезд мира», он действительно единственный либеро. Так что вот как раз Салпаров, наверное, среди всех участников этого матча больше всего времени на площадке проведет. Ну и вообще надо один момент отметить, я, по-моему, его не озвучивал, побольше игроков в российской команде, оно и понятно, есть и выбор побольше, есть и необходимость уважить всех, никого не забыть. 14 игроков мировых звезд и 17, получается, игроков россиян вот на этом матче. Алексей Спиридонов, вот он там на заднем плане разминается, чемпион Европы 2013 года, появился в стартовом составе российской команды. Сергей Макаров, тоже чемпион Европы того же созыва. Павел Круглов, ну такой теперь помоложе состав и у россиян. Дмитрий Мусерский в нем. Ну, Макаров, конечно, это, сами понимаете, далеко не молодой игрок. Я, опять же, про нападающих говорю. Связующий вообще здесь достаточно всеопытный. Мусерский. Подача на вылет. 2-0. Может, там и просмотр какой-то будет, но ничего, он не изменит, это абсолютно очевидно. Мне тут, например, однозначно показалось, что мяч попал в площадку. Ну, Теодор Салпаров там запросы делает. Вообще, это у нас в чемпионате разрешено только тренерам. Дмитрий Ильиных вижу еще у россиян. Ну, и кого-то не углядел, наверное, у второго центрального. Хотя он сейчас у сетки, можно убедиться, кто это есть. Вольвич там, по-моему, вернулся, да, судя по всему. А Паликова сегодня, наверное, именно в игре мы, если увидим, то каким-то вот таким символическим эпизодом. Георг Роцер в составе «Звезд мира». Тодоров, Андрай остался. Травится на позиции связующего. Леон возвратился в атаку. Ну, и, наверное, и Максвелл Холл должен появиться. По крайней мере, он там на скамеечке хоть и развалился достаточно вальяжно. Наверное, не потому, что не собирается играть. Хотя Холл пропустил матч за третье место. Вот не выпускал его Юрий Маричев. Может быть, у него какое-то небольшое повреждение есть. Нет, действительно, Дэвид Ли на площадке. Так что, может быть, Холл тоже так символически свое участие в этом матче обозначает. Уж коль третий сет идет, а одних и тех же центральных держит на площадке Геннадий Шипулин и его тренерский штаб. Или Андрей Воронков и его тренерский штаб. Или Борис Колчин и его тренерский штаб. Тут как хотите можно расставлять маститых, опытных, умудренных опытом наставников. 4-1. Ну вот. Получше удается начало этого сета россиянам. Алексей Спиридонов, конечно же, что-то говорит через сетку. Будем надеяться, добрые и приятные вещи и новогодние поздравления сопернику. По крайней мере, воспринимает все это с улыбками все. Круглов. Но Алексей Спиридонов ведь тоже свою часть шоу должен здесь провести. В умении так цеплять соперника. Ему равных нет. И тут уж говорить о том, что легитимно цеплять или как-то каким-то запрещенным способом, это, наверное, какие-то уже частности. Спиридонов. Вновь Салпарова подача. И хороша атака Леона. Ну и Салпаров молодцом. С приемом тонко справляется. Великолепный. Либеро
если вот брать пару либеро, то, конечно, у казанцев едва ли не лучше, чем вообще у кого-либо в мировом волейболе. Иметь Салпарова и Вербова, я имею в виду для Лиги чемпионов. Это, конечно, колоссальный запас. Тут, сами понимаете, у Олегна простор для творчества. Можно одного из них как полевого игрока по задней линии проводить. Ну, несколько другая история, но просто смотришь на то, как играет и тот, и другой, и думаешь... Как же могут такие два больших игрока в одной команде даже находиться? Ну, а почему бы нет? Если позволяют возможности команды, и если амбиции игроков тоже этому соответствуют. Ну, а раз речь идет о выигрыше Лиги чемпионов, есть такое в планах у казанского «Зенита», то и понятно, почему. Игроки тоже не против такого соседства. Леон. Красиво, легко, но блок-то один. Даже вот видим, Мусерский с Макаровым разменивались, чтобы Мусерский против Леона оставался. Но один в один кубинцы закрыть невероятно трудно. Ильиных. Вот теперь же кубинец не справляется с атакой соперника. Но у него атака основной такой основополагающий элемент. В защите все-таки не так сильно играет. Ну и вообще, наверное, если брать кубинский волейбол, защита не главный элемент в их школе. Леон, хорошее смягчение, успевает красивый мяч Спиридонов достать. Ильиных умеет с места атаковать, но тут надо было отпрыгивать еще и назад. Совсем уж трудно было под этот мяч выйти. Блок вне контроля нападающего, конечно же, оставался в данной ситуации. Ну, а Тодоров, видите, до конца доработал. И был как раз очень внимателен. Травица. Хороша подача. У Брагина были проблемы. И сборная мира получила еще одну атаку в край на Леона. И, пожалуйста, его там ждут. На сей раз белгородская пара Ильиных. Мусерский справляется. Ну, в данном случае в большей степени, конечно, Ильиных. Передача была низкая. И, кстати, именно из-за того, что низкая, у Мусерского было мало шансов успеть. Правда, и Леон там уйти от блока Ильиных... меньше возможностей имел за счет этого. Что ж, дорогие друзья, хочу напомнить всем, что по окончании матча состоится церемония награждения. Давайте поздравим. Технические тайм-ауты. Вот в данном матче они, конечно, больше для болельщиков. Там национальная группа выступает, и другие какие-то моменты, там майки разбрасывают, расстреливают, как обычно в таких случаях. Тренерам-то особо тут вносить коррективы необходимости нет. Для них едва ли не главная задача в этом матче вот игровое время так распределить, чтобы никого не обидеть. При этом, чтобы и дело не пострадало. Зрелище прежде всего. Вряд ли кто-то там ночь не будет спать, если даже в этом матче проиграет. Ильиных. Расподавался он в предыдущей партии и не желает обороты снижать, и сейчас дарит своей команде атаку дополнительную и сам же ее реализует. Прекрасный пайп. Ну вот, может быть, даже и не хватило Белогорию вот таких взаимодействий. Я имею в виду подключение задней линии. Не было Ильиных в полуфинале. Много пришлось Мусерского загружать, а вот пайпов не хватало. Это так, в качестве небольшого наблюдения. Леон. Мощная подача, справляется. Ну, насколько это возможно в такой ситуации Брагин. Ну, а Спиридонов такая хорошая залихватская атака. Правда, и она не стала результативной. Надо атаковать еще раз.
взлет за головой там в Мусерске с Макаровым изобразили. Как-то все это медленно в данном случае было. Вообще это очень хорошо сыгранная пара. А мы видим, немножко не в темп была передача. Мусерский пошире шел на мяч. Пришлось ему там подстраиваться. И уже опускаясь он атаковал, когда блок-то уже как раз был по месту. Когда Макаров в Белгороде провел сезон, он очень хорошо с Мусерским взаимодействовал. Это была сильная сейчас сторона игры белгородской команды. Ну, позапрошлом году, когда песни Геннадия Шипулина чемпионами страны стали. Непростой, непростой мячик. Красиво до пола играет. Тоже так пришлось, да, ему больше на мяч смотреть, нежели на блок. Чуть сзади была эта передача, но посмотрите, как Павел все технично сделал. Со стороны так абсолютно зряче все выглядит. Ровно в разрыв блока этот мяч заслал. И такой редкий для сегодняшнего поединка тренерский тайм-аут. Ну, старается наставники без необходимости, наверное, это действие не прерывать. На то есть и технические перерывы. Но вот сейчас Геннадий Шипулин вынужден это сделать. Даже с табличками игроки сидят. Я, честно говоря, не обращал внимания на процедуру замен. Обычно в таких матчах разрешено превышать лимит. 6 разрешенных замен за партию. И все более просто. Протокол тут досконально вести нужды нет. Как, собственно, любая замена в волейболе в протокол заносится, чтобы и расстановку контролировать, и для других каких-то моментов. Ну, здесь все более демократично. Грозер! Одно очко для своей команды отыгрывает. 11-8. Хорошо, Ильиных этот мяч принял, так подошел очень близко и даже снизу смог обработать. Но это такой уже на публику, что ли, попытка взаимодействия. Очень сложную атаку затеял, тут вбрасывал травица с 5 метра. Но для того, чтобы так играть, надо играть вместе и долго, чтобы вот такие вещи получалось. Понятно, что 5 раз попробует, может быть, 3 раза получится. Это все-таки большие мастера, но вот под давлением в игре это требует серьезной отработки. Хотя Дэвид Ли вот во времена Лоя Бола такие мячи атаковал. Почему нет? Умеет он это делать. Завылетел мяч. Тоже ведь не хотел просто так руку подставлять Роман Бурагин. Пытался он обработать этот мяч, так, чтобы сохранить его для атаки своей команды, но движение это некачественно выполнил. Замена Иван Зайцев вместо Травицы, вновь итальянец вместо итальянца. Один итальянец хорват с сербскими корнями, другой с российскими корнями. Ну, понятно, Иван Зайцев. Не надо представлять его родителя Вячеслава Зайцева. Эта история нам куда более известна. Георг Гроцер ошибается. Замена в команде «Звезды мира». Выступает игрок номер 17 Марлоу. Замен много сейчас в середине партии. Ну, наверное, уже те, кто концовку будут играть, потихонечку появляется. Марлоу бразильцев. Ну, двойная замена, связующая с диагональю. Все-таки то, как ведет игру Геннадий Шипулин со «Звездами мира», это более, что ли, такой рабочий волейбольный вариант, потому что у него игроков, ну как в нормальном матче сейчас, 14 игроков в заявке в любом волейбольном поединке доступно, по крайней мере, тренерскому штабу. Не всегда у всех эти 14 есть, но вот у Шипулина есть 14, и по пла так все примерно правильно разложено, да, как в обычной комплектации. Но чуть побольше диагональных, один либеро всего. Вот разница такая, которая бросается в глаза. Ну, поэтому двойными заменами он ведет игру, логично, связками. Иных
не проходит такой накат. Там Салпаров оборонялся. Вот Лем. Посмотрите, как с места выстреливает этот нападающий. Я имею в виду прыжок вверх вертикальный. И бьет по высоте. При том, что, ну, понятно, блокирующий там немного и не успевал, но при этом и защитникам-то проще не становится от того, что Леон не выполнил полноценный разбег, который позволяет еще с другой, более серьезной высоты атаковать. Михайлов, там касание было, да и попал в площадку. Артем Вольвич, ну такой сегмент из действующей сборной России сейчас серьезной площадки. Ну, в принципе, вот такой состав может и появиться в один прекрасный момент. Я думаю, и Вольвич, и Мусерский в сборной будут в этом году. Спиридонов должен, может... Наверное, есть смысл какой-то подумать о возвращении Будько. Ну, а Михайлов, Ильиных, Серский, Капитонов – это все игроки в рассвете сил, игроки нашей национальной сборки. Капитонов в атаке успевает Тодоров поставить руки. Зайцев тоже неплохо по блоку попадает. Но тут вроде бы должны были мы и атаку россиян увидеть, но ошибся при выполнении второй передачи Спиридонов. Ну, закрученный был мяч. Во-первых, здесь он закрутился. Да, там Будько вот этим первым касанием еще какое-то, наверное, вращение замысловатое этому мячу придал. И вот со всем этим не справился Алексей Спиридонов. Их по блоку в аут. 15-13. Ну, поменьше стал разрыв в пользу россиян, но мы видим, действительно, сейчас такая серьезная достаточно игра на результат идет. Павел Круглов вместо Будько, значит, скоро мы увидим, кто выйдет вместо Михайлова. Ну, наверное, Сергей Гранкин, хотя и появление Макарова тоже нельзя исключать. Повторюсь, в сегодняшнем матче возможны любые замены. Макаров возвращается. Замена командой «Звезды России». Выступает игрок номер 2 Сергей Макаров. Знаете, может быть, и стараются по букве волейбольных правил вот относительно замен следовать и в этом матче. Ведь нет такого впечатления, да, что броуновское движение мы какое-то характерное для отдельных поединков наблюдаем. Ну, выходят игроки, да, там по 4-5 замен в каждом сете это явно происходит. Но то, чтобы перебор там какой-то такой просматривался, вроде бы и нет. Опять максимально лаконичный технический тайм-аут. И команды ждут, когда для них освободят площадку, чтобы продолжить игру. Сергей Макаров, получается, вместе с легионерами Кузбасса дольше всех пришлось поединок здесь ждать в Белгороде. Их команда на предварительном раунде завершила борьбу в финале 6 Кубка России, то есть вот выходной день, финал, финал. Кемеровские игроки находились здесь. И Смотусевич, главный тренер, тоже. Ну, я так понимаю, что и вся, наверное, команда тут, скажем так, тренировочный процесс продолжала. Все, опять же, ради того, чтобы матчи звезд могли достойнейшие принять участие. Замена в команде «Звезды России». Выступает игрок номер 7 Денис Бирюков. Денис Бирюков вместо Алексея Спиридонова на концовочку. А может быть, на какую-то такую точечную, что ли, ситуацию. Пока подает Ильиных. И это небольшой, наверное, все-таки аут. Дальше будет там, возвращает Берроцера. Ильиных просит просмотр. Ну, опять, если по правилам волейбольную играем, 5 секунд там прошло уже очень-очень давно. Тренер это должен делать. Ну, похоже, что там аут. И в тренерском штабе команды России видели все это прекрасно.
Видите, Андрей Зинович показывает. 5 секунд вот этот жест. Ребята, давайте по правилам. Там замена на позиции второго рефери. Алексей Пашкевич, москвич, появился. Видите, даже и там могут рокировки в таких матчах происходить. И здесь аут примерно ровно такой же, как у Ильиных. Наверное, от этого не менее обидных. Зато тут Шипулин оказался проворнее и тайм-аут попросил вовремя. Не тайм-аут, а просмотр попросил вовремя. По крайней мере, вот убедиться, так оно или нет. Или он там пытается, по-моему, за монитор куда-то заглянуть, подсказать людям, которые просмотром занимаются, что он-то со своей высоты подающий увидел, что мяч в площадку летит. И, ну, даже такие моменты переживания, да, на лицах тренеров. И похоже, да, похоже, правота Леона в данном случае, ну и Геннадия Шипулина. Мяч попал в площадку, это был эйс. Так что Геннадий Шипулин здесь сработал четко. А вот это уже аут. Тут смотри, не смотри. Надейся, не надейся. Мусорский. Неплохо, кстати, расподавались игроки и той, и другой команды. Да, если мы вот поначалу видели просто много ошибок, то вот все так плотнее и плотнее подачи стали ложиться. Тоже, конечно, понять это можно, да. Так, чем лучше игроки входят в игру, тем больше разогреваются, тем больше у них получается. Ну и вот сейчас такой обмен с серьезными подачами силовыми мы видели. Ну, у Тодорова нет силовой подачи, он подавал ту, которую умеет. И, в общем-то, этого оказалось достаточно, чтобы его команда очко заработала, потому что команда России свою атаку не организовала должным образом. Не лучшая передача на Вольвича. И так ничего он придумать толком и не смог. Круглов. В роли ассистента пытался выступить Дмитрий Ильиных. Ну, понятно, там первое касание было связующего. Но Круглов попадает в блок на радость с легионером. Они выходят вперед. 19-17. Тройной блок. Причем блокирует третьим. Поэтому я имею в виду, что третий игрок, который подстраивался, он и закрыл. Это всегда очень важно. Значит, нельзя, не зря все это делается в принципе. Тодоров. Круглов. Леон там в защите вроде бы неплохо место выбрал, но с ударами мощных российских нападающих Кубинец тоже ведь не справляется, как они с его ударами зачастую. Обработать этот мяч ему не удается. Много сегодня Круглов игрового времени имеет, да? А это удар в аут. Леон вроде бы подключился и все вовремя сделал. И обычно такие удары он реализует очень четко. Вот сейчас не попал и в очередной раз равенство. Так у нас все идет к тому, что и в этом сете перевес одной из команд может в итоге минимальным оказаться. Очень упорный матч вообще, если так смотреть. Причем ведь не скажешь, да, что подкручивают сценарий как-то, чтобы поинтереснее было болельщикам. Нет, действительно, в концовке идет самая серьезная борьба. И пластаются в защите, и прекрасно на блоке перемещаются, и разнообразно ведь игру ведут. Видите, как цепляется. Одно удовольствие смотреть на такой волейбол. Ну и чем ответят россияне?
Круглов. Пушечный удар. И Теодор Салпаров. Намекают соперники российской команды, что заступил Круглов, атакуя задней линией. Судя по тому, как встают игроки в расстановку арбитра, это тоже не упустили из внимания. Так что это очко досталось сборной мира. Гроцер. Ильиных угодил в блок Дэвида Ли. А вот куда отскочил мяч? Мяч-то отскочил в аут. В итоге все хорошо завершилось. 20-20. Близок был Дэвид Ли. Да, ведь так прочитал. А это есть Дениса Бирюкова. Ну, такой не без доли везения. Но, с другой стороны, Бирюков... иногда такие вещи не то, что специально делает, но подразумевает, что ли, своими подачами. У нее есть и укороченные есть, и которые вот действительно так трос облизывают. Есть и под заднюю линию мощная подача. Вот в случае Бирюкова говорить о случайностях надо с осторожностью и о везении. Ну, везение какая-то доля, наверное, присутствовала. И вновь тайм-аут звезд мира. Вот так взвешенно по-тренерски делает Геннадий Шипулин. Хотя, наверное, переживания по поводу таких розыгрышей не так принципиальны, как в официальных матчах, но все-таки они могут повлиять как-то на результат этого сета. К тому же Денис Бирюков тот, наверное, игрок, который может свою подачу держать. Держать остро. Вот как раз и укорочено. И опять же здорово. И тут уж Сергей Макаров молодцом. Знаете, мяч чуть-чуть так не доходивший, что ли, на нужной высоте до стороны россиян. Так, чтобы уверенно его забить сверху вниз, да, видите, да, еле успел вообще отреагировать Макаров. Но зато с решением он этот прыжок делал. И забросил мяч в пятую зону. Очень красиво. Леон. Бирюков там на задней линии очень эффектно играет. А Павел Круглов все-таки важное очко свое находит в концовке этой партии. Ну что же, россияне очень сейчас приличные добавили. Сбежали ошибок. Где-то рискуют, может быть, сверх обычного. И все у них получается. Ошибся на очередной подаче, но теперь все в руках российской команды. У них два брейковых мяча есть, при том, что выиграть-то совсем чуть-чуть осталось. Первый темп. Ну, неплохо Вольвич атаковал. Там пытался что-то изобразить, а кто это, собственно, был, травится, по-моему, да? Но давайте посмотрим, когда он там коснулся антенны. А, ну, когда пытался мячом просто доставить его на сторону соперника. Ну, трудно было что-то другое здесь, там сектор почти не оставался. Вольвич, сетбол. Смягчает Леона, и можно бы, наверное, было и в защите за этим мячом пробежаться. Но тут не разобрались, кому это делать, прежде всего, Бирюков с Вольвичем. Мяч летел долго. Видите, так руками сопровождал Денис Бирюков. Давай, давай, бери. Видно было, что может ногами добавить. Но не хотел, во-первых, с партнером столкнуться. Это тоже немаловажно. Ну, а это Дмитрий Мусерский в нужный момент возвращается в игру, чтобы поставить точку в третьей партии. И... сборная российских игроков выходит вперед 2-1. Счет в партии встречи 2-1 в пользу команды «Звезды России». We'll be right back.
Ну что ж, характер даже проявила российская команда. Никак не желая уступать все-таки в концовке, даже ближе к концовке третьего сета звездам мира, которые такую решимость проявили все-таки эту партию выиграть. Здорово, красиво, приятно так глаза отыграли россияне этот момент. И третий сет вырвали. Так что 2-1. Но это флаги участников этого матча. Вот, честно говоря, чешский флаг-то присутствует, а вот что-то Яна Штокера я сегодня не видел. Ну, наверное, планировался он к участию. Других-то чешских игроков нету просто. Два игрока ожидалось из Краснодара. Но вот Штокера по какой-то причине нет на этом матче. Хотя мы видим, что и без него диагональ-то в команде мира больше, чем положено. Так что вряд ли это отсутствие то, о котором можно вспоминать. Вот видите, Николай Паликов явно не собирающийся сегодня все-таки выходить на площадку. Тарас Кейс первого сета не появлялся с Тетюхиным в игре. Но это заслуженные ветераны. И мы их тоже, конечно же, приветствуем. Их само участие в этом матче важно. А уж пусть побольше времени на площадке проводит тот, кто помоложе. Разогревает потихоньку болельщиков. Видите, что звезды в качестве главного атрибута этого праздника присутствуют всюду. Ну и ждем начала четвертой партии. Дмитрий Ильиных. Вот, по-моему, Александр Абросимов под 11 номером там из сетки мелькнул. Ну сейчас все разберемся. Абросимов, да, но при этом и Мусерский. То есть там два центра сейчас на передней линии. Мусерский, может быть, в диагонали будет играть в этой партии. Но сейчас посмотрим. В общем-то, мог Шипулин. Хотя Шипулин не имеет отношения к российской команде, да, в этом матче. Как участник именно этой игры. Отношения-то он имеет всегда, это понятно. Но могли они с тренерами даже соперников сегодняшних такой момент оговорить. И посмотреть лишний раз Дмитрия Мусерского в диагонали. Ну и нам заодно напомнить золотые мгновения Лондонской Олимпиады. Да, блестящую его игру в этом амплуа в том матче. Так, кто еще, кроме Мусерского? Два доигровщика. Денис Бирюков и Дмитрий Ильиных. Абросимова я уже называл. И вот Артем Вольвич появился. Ну, такой, опять же, повторюсь, вполне боеспособный состав. Ну, Вольвич, Абросимов в сборную не попадает. А в остальном вполне себе. Может быть, и где-то когда-то еще и Мусерского в национальной сборной мы в диагонали увидим. В уме такое держится всегда, да. Но есть вещи незабываемые. И ты понимаешь, на что человек способен. Особенно в такие трудные моменты, как это было тогда в Лондоне. Маркус Нильсон в составе звезд в диагонали. Там все по волейбольной профессии строго. Дэвид Ли. Ну, пара центральных практически неизменно. Ли и Тодоров сегодня. Кто связующий? Марлон сейчас связующий. Камеха. Есть Иван Зайцев. Ага, вот Иван Зайцев, кстати. Зайцев одновременно с Нильсоном на площадке. Так что и Шипулин тоже одного из игроков передвинул в том амплуа, в котором он не играет в сегодняшних клубных реалиях. Но Иван Зайцев может играть в доигровке. Мы это знаем прекрасно. И в итальянских клубах он выступал, игрок с приемом. Вот сегодня Шипулин решил проверить, насколько итальянец к этому готов. Хороша подача Бирюкова. Так вложился он, но и прием там приличный. И уже атака Нильсона точно. Что там, через площадку мяч возвращался? Это по правилам нельзя. Ну или, может быть, через площадку забегал вот сейчас кто там... Ринок, ты все делал правильно.
ну, какой-то смотрел арбитр нарушение. Честно говоря, я вот по этому повтору не очень понял. Ну да ладно. Дэвид Ли ошибается. 4-4. Отжимается тут же. Это он себя так наказал вот за эту ошибку. И по гримасе мы видим, что это не актерская игра. Очень хотят звезды мира этот матч выиграть. Уж на пятый сет настроены как минимум. Вольвич. Зайцев вот как раз в приеме. Но уж атака-то это его вообще стихия. Еще раз придется атаковать. Хорошо работает блок и Мусерский на подстраховке. И атака Дмитрия с диагонали результативная. Первое же касание блока. Хотя все тут было очевидно и было ясно, что через групповой блок ему играть и предстоит. И тут Мусерский на высоте. А это эйс. Вот как раз недостаток, наверное, практики Зайцева в приеме на сегодняшний день. Не очень верную он позицию выбрал. Ну, под планер подходит, ноги поближе, а Вольвич раз так глубоко. Он же высокий парень, с хорошей высоты заслал мяч под заднюю линию. 6-4. И вновь такая похожая. Ну, тут уже Камеха вышел. Побольше на себя взял. Зайцева разгрузили в атаке. Зато наказали блокирующие нападающего. Ход тут Александр Абросимов тоже свою лепту внес. Пока в промежуточный результат, но сборная России, сборная звезд России, может к первому техническому перерыву какой задельчик себе небольшой организовать. Нильсон делает этот возможный задел поменьше, ну и можно еще на своей подаче что-то отыграть. Наверное, сложность, да, вот еще Мусерского мы там во время Олимпиады все так бились, что уже мелочи какие-то на них и внимания не обращали, которые далеко не мелочи, а ведь диагональному-то надо во всех расстановках участвовать в защитных действиях. И вот кто из вас вспомнит, чтобы Мусерский там как-то выпадал, да, во время олимпийского финала, во время того камбэка потрясающего, что вот в защите он каким-то слабым местом был той команды? Нет! И вот только сейчас, видя, да, что вот он неправильно в какой-то позиции, в какой-то момент позиции занял в защите, понимаешь, что все-таки навык-то этот такой, он где-то в уме держится, но ведь на тренировках не нарабатывается, что вот Мусерский там в защите в первой зоне защищается. Не бывает такого в обычной жизни. Но если надо очень, мы видели, что эти люди могут все. Макаров, да, Макаров сейчас связующий на подаче. Подача хорошая, сложная. Вроде бы должны были найти, как остановить Нильсона, но он так аккуратненько под заднюю линию через блок. Опять же смог затянуть прыжок и уже так через запускающихся, что ли, блокирующих накатил. Там страхующий игрок не очень к этому готов оказался. Коснулся сетки. Да, конечно же, коснулся сетки Камеха. Так ему хотелось сильно забить этот мяч. И... А, не сетки, даже в антенну он попал. Вот что дело. Ну и сам же признается. Тоже, кстати, атрибут матча звезд своеобразных. Редко волейболисты спешат помогать арбитрам в обычной жизни. У каждого своя работа. Мы играем, вы судите. Видел, не видел. Это уже не проблема игрока. Нильсон разыгрался. Нильсон вообще очень хороший матч сегодня проводит. Давайте это отметим. Хотя в играх звезд бывают там MVP называют. Я уж, честно говоря, не знаю сегодня, какой там набор призов индивидуальных придуман. Ну вот чисто выделить по игре, согласитесь, Нильсон того заслуживает сегодня.
свои маневры хорошо отрабатывает. Очередная его атака позволяет еще одну атаку организовать. Брагин там бегает по задней линии. И Ильиных. Ильиных грамотно вот с центрального блокирующего этот обманный удар кидает. И центральный блокирующий не каждый может сыграть так в защите, как Дмитрий Мусевский. 10-7. Ошибается Теодор Тодоров. А это за задней линии подключается Иван Зайцев. Но это его ипостась. Это он умеет делать очень здорово. Там с первой, с шестой зоны. Это уже не так принципиально. Георг Гроцер. Вот камера на голове Романа Брагина. Интересно, увидим ли мы с нее планы. Не знаю насчет этого. А Георг Гроцер, наверное, вместо Зайцева должен был выйти. Или так двойная замена опять там. Да, но раз Тенюти вышел на площадку, то двойная замена началась в одной команде. Двойная замена начинается и в другой. Пока вот Максим Михайлов появляется на стороне россиян. Но Мусерский будет подавать при счете 11-8. Да, но слетает эта экипировка, нестандартная волейбольная. Все-таки либеро-игрок, у которого хватает действий, ну, наверное, несовместимых с какой-либо аппаратурой. Да его, посмотрите, как ловко. Не только мяч в защите поднял, еще успел ногой отшвырнуть этот предмет с площадки. Не дай бог, кто-то из партнеров получит травму. Здесь Роман Мрагин дважды молодец. К тому же его команда еще очко выиграла вот в этом эпизоде. И заставляет это взять тайм-аут в очередной раз Геннадия Шипулина. Следующая наша встреча недолго ждать. 4 января чемпионат России. Следующий матч Белогорец играет дома. У нас в гостях 4-го. Это воскресенье. Команда из Оренбурга. Нефтяник. Наверное, и тренеры же многим, да, интересно поработать с теми игроками, с кем еще не пересекались совсем никогда. Ну, пусть больше, наверное, это сейчас Андрею Воронкову актуально. Он в национальной команде имеет шанс любого привлечь в ближайшее лето, да, под свои замены. Так что тут ему это, что ли, больше информации дает. Ну, а с другой стороны, тут каждый серьезным клубом руководит в качестве наставника. И как знает, как волейбольная судьба того или иного игрока сложится. Глядишь, и окажется под началом у другого тренера. Ну, а то, что здесь игроки элитные, они в основном востребуемы, это в 3-4 командах вот наших топовых, да, это понятно, особенно вот в годы своего рассвета, что ли. Блок в исполнении Максима Михайлова и Артема Вольвича. Россияне делают еще один шажок к победе в этом матче. Уж как там не старался Гроцер. Ни малейшей лазеечки в этом заслоне он не обнаружил. Касание блока было. Привет атаке Ивана Зайцева. Ну, он сохранил свое место на площадке. Мы говорили о двойной замене, да? Зайцев все-таки на позиции доигровщика в этом сете играет. Так что его эти перемены не коснулись. Ошибается. Ошибается Дэвид Ли. Вольвич. Гроцер. Гранкин. Ах ты, обидно, очень хорошо. Так смастерили такую с короткой передачей атаку. 14-11. Все-таки разрыв немножко сократился, потому что это ошибка, так или иначе.
Лапиных. 15-11. После этой прекрасной атаки Дмитрия Ильиных. Ну вот сегодня несколько раз удавалось ему так, атакуя в Салпарова, заставить того ошибаться. Гроцер. Здорово. Там Брагин разыгрался. Ну, а здесь уж Ильиных такой, ну, излишний, наверное, сложный удар на себя взял. Понятно, что координация помогает. Да, и с разворота там едва ли не на 180 градусов мячи атаковать. Ну, где блок в данной ситуации, он может только предполагать. Поэтому вот такой результат. Блок-то как раз хороший был. Хорошая защита от Гроцера. Сам же будет атаковать и атаковать результативно. Ну вот, смотрите. Звезды мира так подбираются. В какой-то момент до 5 очков разрыв вырастал. Теперь всего 2. И так. Шаг за шагом. Видите, даже приходится тайм-аут брать тренерскому штабу российской команды. Все они дружно выдвигаются к своим подопечным. Там каждый что-то, наверное, есть, что подсказать. Но Олег на правах самого авторитетного более активен. И, конечно, главный флаг – это российский флаг, потому что все лучшие... Ну, тут, видите, уже попутно идет раздача автографов. То, чем, наверное, игрокам сегодня очень много пришлось и придется еще заниматься. Зайцев, мощная подача. Ну вот, по-настоящему разыгрался Роман Брагин. А Ильиных-то ошибается. Брагин прием обеспечивает. Вот многовато ошибок в атаке стало. Собственных. Ну опять же, сложный мяч. Тут говорит там тройной блок. Надо что-то обыгрывать. Не хочется просто так перебрасывать. Где-то Дмитрий Ильиных можно понять. Но счет-то подтаивает. Всего одно очко преимущества. Давненько еще и эйсов не было. Зайцев может организовать. Ньюти хорошо страхует. Гроцер, который там и потанцевать успевает под хорошее настроение. Оно действительно у него хорошее. Он последних несколько розыгрышей сыграл классно. И в защите, и в нападении. Посмотрите, ему как раз тройной блок не помеха. Ну что, первый темп, да, тут уж прием, как говорится, приглашал. Серьезный такой сериал стрелял Зайцев, об идеальном приеме речь не шла. Вот чуть проще была эта подача, идеальная доводка. Тут же надо было что-то более острое сыграть, более быстрое. Ну и технический перерыв заключительный в этом матче. В пятом сете они не предусмотрены. Даже если для матча звезд что-то и придумывается особого, честно говоря, о технических перерывах я не слышал ни разу. Что интересно, Вербов у Тетюхина автограф берет? Нет, наверное, для кого-то все-таки старается. Ильиных. Так, рисковал, видно уже на этой подаче. Но тут, наверное, уже не до шуток и не до плясок. Надо все-таки постараться игру выиграть. И, наверное, игрокам бы хотелось бы сделать это все-таки в четырех партиях. Пятый сет делал более непредсказуемое. Тодоров.
Ну, а тут не разобрались. Ну, собственно, непонятно, кому Тодоров уступал. Что здесь мог такого сделать Камеха, что не мог сделать Тодорову, да? Ну, надо обязательно вот через себя перебрасывать, бежать. Тодорову было это сделать удобнее. Просимов ошибается, но вот с подачи у него не задалось сегодня. Вышел он с четвертой партии, дважды подавал, дважды вот, причем примерно в одну точку подал в аут. 17-17. Вольвич, есть еще время и для красивых действий. Ну, действительно, первый темп в исполнении таких мастеров, как Вольвич, Мусерский, это очень-очень зрелищно. Недолго мы Мусерского в диагонали, к сожалению, наблюдали в этом матче. И дело не в том, что у него там что-то получилось, не получилось. Но вот сейчас Максим Михайлов на площадке в этом амплуа. Собственно, тот, кого он заменял во время олимпийского финала. Помните, тогда Михайлов передвинулся как раз на позицию доигровщика. Камехо. Еще один первый темп от Вольвича. Мощный Тайсерас под заднюю линию. Такая хорошая акцентированная атака. Доволен Артем. Ну, действительно, получается сейчас у него игра. Но и отметим Сергея Гранки. Ну, в принципе, они-то в национальной команде немало взаимодействовали. Ошибается Бирюков. 19-19. Там замены готовит какие-то Геннадий Шипулин. Манипулирует табличками. А пока что запрос звезд России. Все-таки есть какая-то надежда, что Бирюков зацепил линию своей подачи. Я так понимаю. Все-таки аут. Все-таки аут, и первое впечатление такое примерно и было. Ну что, самое время российской команде добавлять то, что так здорово удалось в предыдущей партии, но ведь у соперника абсолютно диаметрально просто противоположные планы, и эти планы не совпадают с нашей командой. Обманный удар. Ничего не может поделать Роман Брагин. Хотя-то он-то, наверное, должен все эти вот штучки Георга Гроцера знать, как никто другой. На тренировках часами вместе проводят. Но все-таки, если надо, тот и умеет и удивить. Но это Михайлов по всей красе. 20-20. Ну и так, как в современном мужском волейболе все это бывает. Подача может все решить в этой концовке. Вообще, согласитесь, при том, что подают очень неплохо и те, и другие, да, ошибки есть. Все меньше и меньше эйсов. То есть и прием-то справляется здорово. Вот и сейчас с приемом никаких затруднений. И Иван Зайцев одного-то блокирующего уж обыграет без труда. Нильсон бросает в очередной раз в бой Шипулин. Но он действительно сегодня хорош. Швед. Так что его именно на концовку, на передней линии, по крайней мере, Шипулин планирует. Ну а тем временем к вопросу о подаче. Действительно, стреляет в самый нужный момент Георг Гроцер. Вот взглянуть бы на скорость бы сейчас. Если она замерялась, ну, там прилично. Повторюсь, у него вот 20, по 125 километров в час были в боевых условиях подачи. Тайм-аут команды «Звезд России». Ну, такой больше для Георга Гроссера тайм-аут.
И еще один из Георга Гроцера. Ну, вот такая пауза. Она напрашивалась, ну, действительно, чего-то следовало ожидать, да? Ну, посмотрите, куда впечатал этот мяч Гроцер. Ну, там метр в седьмой, наверное. С каким еще запасом эта подача выполнена была. Ну, вот, боролись, а дело-то все к пятому сету у нас идет. Не стал сейчас рисковать. Тут же за это накажут, безусловно. Потому что вот укороченный это как раз хорошей подачей Гроцер не располагает. Ничего затейливого. И идеальная доводка для связующего. Марлон вместо Гроцера. Но это завершается двойная замена, которую вот германский легионер затянул своими приличными подачами. К удовольствию Геннадия Шипулина. Ну и чем ответит Максим Михайлов. Зайцев в приеме очень уверенно. И камеха, и красиво. К тому же это действительно было красиво. Такое ощущение, что он на эту атаку силы давно копил. Уж приложился, так приложился. Как раз мимо своего одноклубника Александра Абросимова. Ну и все в этом сете. Не справились с подачей Зайцева. Так что, в общем-то, как и предполагалось, подача оказалась решающим фактором. 2-2. И будем ждать пятую партию. Ну что ж, пятый сет определит, кому какие награды вот из тех, которые можно было видеть на судейском столике, достанутся. Но я думаю, тут обделенных не будет, безусловно. Это вот трофей, наверное, команде победителю. Ну а так вот, возвращаясь к истории, видите, трофей переходящий, там и 2011 год на табличке есть. Вот в этом формате россияне, как правило, выигрывали легче. А когда дело дошло до пятого сета в 2010 году, тогда звезды мира победили со счетом 3-2. Ну вот посмотрим, как оно будет на сей раз. Все-таки составы немножко другие, ситуация другая. А вот желание выиграть и у тех, и у других хоть отбавляет. И это несмотря на то, что улыбки с лиц не сходят. Иван Зайцев. Это пытаюсь я составы назвать. На пятый сет. На более общем плане это будет сделать проще.
Камеха. По-моему, Нильсен опять же в диагонали. Ну, похоже вообще на те составы, которые предыдущий сет завершали. Тут каких-то глобальных изменений не видно. Сейчас, если что-то не так, посмотрим. А так все те же, по-моему, действующие лица. Можно лишний раз на это внимание не обращать. Тодоров высоко-высоко хватает мяч, но в данном случае кисть у него не срабатывает. И мяч летит за... А вот Павел Круглов появился среди звезд России. Заменил он Максима Михайлова. Ну, понятно, да, что если бы обязательно было надо выиграть любой ценой, немножко и другие могли бы исполнители быть и в той команде, может быть, и в другой. Ну, вот хотя бы мы вспомним, как Георг Гроцер подавал. Значит, он сейчас на хорошем ходу. Может быть, еще нападать, что он и выйдет. Или в рамках двойной замены. Пока Иван Зайцев первое очко звездам мира приносит. 2-1. Круглов. Внимательно его стерегут на блоке. Бирюков пытался так с касанием выиграть, но там не получилось траекторию изменить. В итоге звезды мира хорошую контратаку организовывают с тем же абсолютно итогом, что и предыдущий. Иван Зайцев получает в шестой зоне мяч за голову. Очень быстро они с Марлоном нашли общий язык. Вроде бы вместе никогда не играли. Хотя Марлон в чемпионате Италии несколько сезонов провел, может быть, где-то с Зайцевым и пересекался. Не буду вот утверждать, по крайней мере, что этого не было. Все-таки попадает. Так проконтролировал его полет до самого конца Роман Брагин. Но все-таки убедился, что тот отскок за. Хотя вряд ли бы он, наверное, достал, даже если бы мяч попадал в площадку. Все-таки видели, ему пришлось разворачиваться. Больше это такая попытка эмоциональная, что ли, была. 3-3. А, это Круглов. 4-3. Звезды мира впереди. Такая даже некая усталость, да, была на лицах тренеров. Вроде бы пятый сет, все так должно быть живенько, но действительно накопилось уже. Что уж тут говорить, по сути. Весь сезон волейболисты играют без перерыва. Очень много игр, очень много переездов. Вот что касается нашей стороны, это, наверное, самая такая непростая, что ли, вещь. И, конечно, вот к концу года календарного даже еще не идет речь. В конце сезона волейбольного, к концу года календарного, когда уже, наверное, и праздничное настроение должно посещать, вот такая усталость, она накапливается, конечно. Усталость явно эмоционального содержания. Красивая атака Бирюкова. Такой же фирменный из арсенала Сергея Тетюхина, скорее, да, вот он первый этим ударом. Как бы отворачиваясь от мяча по линии, и первый он устал его применять на регулярной основе. Но, может быть, кто-то до него тоже это делал, не буду утверждать. Мне вот запомнился, по крайней мере, этот удар именно в исполнении Сергея Петюша. Прежде всего, да, что можно говорить о какой-то преемственности и школе, да, ведь Бирюков из Белгорода. Насколько я знаю, Петюхин как раз его кумиром был в детстве. Так что тут все объяснимо. Георг Гроцер. Как без него? Уж, по крайней мере, на подаче-то грех не использовать. Но пока... Видимо, не только он. По-моему, там еще и Бьерн Андрея появляется на площадке. Нет, это травится. Это двойная замена.
Помеха ошибается. Ну вот побольше стало ошибок в пятой партии, значит, доля риска увеличилась. В данном случае я вот такую связь вижу. Ну вот и Бьорн Андрае появляется вместо Камеха. Ну, судя по всему, что это на задней линии происходит, значит, речь идет о усилении приема. Видите, такие точечные моменты пошли, которым раньше внимание наставники-то не особо уделяли. Здесь уже борьба за победу в матче. Вот буквально 2-3 розыгрыша могут сделать ситуацию необратимой. Покоснулся Зайцев по правилам, да, на своей стороне. Или наоборот, не коснулся, проимитировал мяч, отпустил. Так что дезориентировал соперника. Ну вот надо бы рассмотреть это все. Ясно одно. 7-6 впереди сборная звезд мира. По-моему, в антенну угодил. Есть такое ощущение. Стало быть, смена сторон и минус 2 для российской команды. Для россиян. Ну, не подразумевает смена сторон какого-то либо перерыва. Разве же там расстановки, надо убедиться, что те, которые должны быть. Но это делается достаточно быстро. Нет, не проходит эта атака, но уж Гроцер-то, наверное, рискнет. Да, рисковал, но там и блока не было, чтобы его удача, что ли, посетила от какого-то рикошета. Ну, а в защите такой мяч должен подниматься все-таки. Еще один шанс. Нет, ну тут совсем сложно для атаки. А здесь на блоке блестяще играет Теодор Тодоров. И 9-6 в пользу сборной мира результат становится. Ну что ж, серьезная заявка на победу в этом матче звезд мира. Ну и Геннадий Шипулин все-таки растормошил своих подопечных и очередной раз демонстрирует, что не желает уступать даже в мелочах. Так, это тайм-ауты брал, да, неутомимые перерывы делал. Может быть, там не на том эмоциональном фоне, как это мы привыкли видеть. Но все вовремя, все хорошо. Пока для его команды складывается в пятой партии. Дэвид Ли продолжает поддавать после тайма. Гроцер от блока в аут. 10-6, это уже совсем серьезно. Ну, надо добивать россиянам, если они хотят что-то сделать. Тут какие-то совсем несколько невнятных атак произвели. Ну, а тут уж наотмашь от души. Опять вовремя Гроцер, да, на площадке появился. Такое влияние его заметно на ход событий. Вновь сложный прием. Значит, вновь будет трудно забить. Но на сей раз Павел Круглов это делает. Касанием блока выигрывает очко для своей команды. 10-7. Георг Гроцер. Ну, можно назвать его, да, героем. Вот мы Нильсона выделяли, и заслуживает абсолютно. Но вот не случайно их так
между собой тусует Геннадий Шипулин, даже на несколько расстановок, находя усиление даже в этой вот такой рокировке вроде бы. Немудреный, с помощью двойной замены, и Нильсон, и Гроцер, плюс подача у обоих прекрасно летит. Сейчас, судя по всему, там с площадки подавал Гроцер, да, так оно и есть. Хотя подача такая сильная намечалась, да, мы видели. Даже на эйс это похоже, если бы вот не было бы этого заступа. Хорошо, Брагин так долетел до этого мяча. Сумел его вроде бы удобно обработать. Ну, а тут касание блока при атаке Дмитрия Ильиных. Причем это единственные руки, которые он мог найти в этой тяжелой для ситуации. Дернулся Тодоров. Такое ощущение, что и между рук мяч пролетел. Да, ну, наверное, небольшое касание там было, раз никто не спорит. Ну, второй блокирующий там больше имитировал блок. Он, по сути, не появился на сетке. Тайм-аут. И вновь Геннадий Шипулин. Разрыв уменьшился. Мы рады приветствовать в Белгороде в конце года такие события, как прошедший турнир Кубок России. И, конечно, матч звездный сегодняшний пятый сет. Нам дает звездный мир. Ну что ж, 2 очка преимущества остается у мировых звезд. Россияне так вцепились. Ну и хорошая подача позволила бы этот разрыв еще уменьшить. Получилось совсем даже наоборот. Точнее, не получилась подача, а разрыв это, естественно, увеличило. 12-9. Иван Зайцев отправляется подавать, показав, что у него еще масса сил своему партнеру. Вот посмотрим, удастся ли эту силу преобразовать в качество. Точнее, совместить. Да, вполне себе хорошая плотная подача. Ну, молодцом и Брагин. И Денис Бирюков по рукам атакует. 12-10 делает счет. Зайцев, ну, уверен, с запасом такая атака. Мог Зайцев и край там площадки попадать, и более большая зона у него была для этого. Ну, там полплощадки, по сути. Ну, а что? В общем-то, прием позволяет. И быстро даже все сыграно было. Доволен Иван Зайцев, как у него получается быть доигровщиком. Точнее, вот эти вот пока ретро для него воспоминания. Но ведь он в любой момент может помочь в этой ипостаси. Правда, речь идет, конечно, об Италии, прежде всего, сборной, да, московском «Динамо». Возможно, да, теоретически. Но вот московского «Динамо» наставник как раз по другую сторону сетки сейчас находится. 14-10. 4 матчбола у сборной мира. И отыграть такое, конечно же, будет очень-очень трудно. Тодор Тодоров подает на матч. Удается сразу же завершить поединок Дэвид Ли. Но он в концовках на блоке был действительно хорош. И звезды мира празднуют успех. Ну, для них это действительно запоминающееся событие. Многие впервые в подобном матче участвовали. Но, по крайней мере, тот же Леон, это уже абсолютно точно. И игра, согласитесь, получилась достаточно запоминающейся. Больше 2 часов команды провели на площадке. И абсолютно равный. Так, с нюансами, естественно, не без этого. Так что от души мы насмотрелись хорошего волейбола. И теперь можем позволить себе небольшой новогодний перерыв в этом отношении. И еще раз поблагодарим участников матча вот за тот профессионализм, который они нам сегодня показали. Ведь, согласитесь, вот такого, что ли, совсем уж элементов шоу было совсем немного. Зато волейбольного мастерства хоть отбавляй. Ну и на этом завершаем нашу трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стецко. Всего доброго.